Мы призываем всех жителей нашего городского округа принять активное участие. Чистый город в наших руках. Такая акция, субботняя акция у нас будет проводиться на этой неделе в субботу. Субботник акция начинается в 12 часов. Приглашаются все горожане, независимо от возраста, и пенсионеры, и ветераны, и, как говорится, кто желает. Но особенно хотелось бы привлечь внимание владельцев магазинов, владельцев офисов, которые вот на прилегающей красной территории, на красной линии находятся. Сбор всех участников у нас будет осуществляться у кинотеатра «Октябрь» на площади. Инструменты, необходимое количество, тоже мы выдадим, мешки.